Одежда, фото, медицинская сумка и документы. Есть даже керосиновая лампа. Их нужно было не менее 10, чтобы провести операцию раненому солдату. Это выставка «Ангелы в белых халатах». Ее открыли в Слободейском музее. Рассказывает экспозиция о медиках времен Великой Отечественной. Работали в медсанбатах, были санитарками, работали в эвакуационных госпиталях, были на передовой, тяжелораненых выносили, больших, плотных мужчин вместе с оружием выносили маленькие, хрупкие девушки. На этой фотографии Евгения Смирнова делает перевязку. Когда-то она носила этот костюм. В конце войны девушка вышла замуж за однополчанина. Фату сделала из медицинской марли. Она, кстати, девчонкой сразу ушла на фронт, не сказав ничего родителям. Вот закончился выпускной вечер, она, сняв это платье, буквально через несколько дней сразу ушла вместе с своей подругой на фронт. А это трофейная опасная бритва. Принадлежала врачу Павлу Красногорцеву. Майор медслужбы участвовал в Сталинградской битве. Дошел до столицы Праги. Он был очень добродушный, он был врач. Всю жизнь себя посвятил медицине. И у него два ордена Красной Звезды. И он о периоде военных лет вот очень мало говорил. Потому что вообще все участники, что прошли этот страшный, трудный путь, они о войне как-то не очень говорили. Один из экспонатов – книга «Солдаты Родины». В ней описаны подвиги нашей землячки Марии Лесовой. Долгие годы после войны работала директором в школе-интернате села Парканы. И таких историй на выставке десятки. Приходите, увидите сами.